Привет всем. Привет. О, всем привет, Войд, здорово. Надо, чтобы я был в танке? Нет, в ДД. Это сейчас в ДД. Что-то вы говорили, фу. Один человек, он чуть позже приедет. Ну вы у босса уже, да? Да. Уже под боссом. Разбираем его на запчасти понемногу, дождем. Кто мне пишет? Через 5 минут будет. Ну, давайте без него начнем первый босс. Сейчас посмотрим. Ничего не надо с первого босса. Сейчас я посмотрю. Не, ничего ему не надо. Все, я написал Маркос. А где же здесь? А где квадрат? Я что-то квадрат не вижу. Сейчас. А вот он, метки. Сейчас я мотоцикл подгоню. Они стоят. За вылезешь? Спасибо. Мопеды не нужны. Просто поставьте где-нибудь, чтобы чисто те, кто будет летать, успели полететь вовремя к своей тачке. Палзер, ты прочитай еще раз, что он написал. Так, кружочек управляет Войд, первый летит Паузер, второй Краделька, звездочку управляет Рейслин, первый летит Семка, второй Сильный. На готовность. Пуляйте, пассажир. А, подождите, сбейте, сбейте. Пулять пассажира и садки. Пускайте. Пускайте. Удирай. Тебе не нужно так делать. Один раз кинул, поехал. Разворачивайся, тебе поддерживаться так и нужно. Так, у меня глюк или он с пол хп уже? С пол хп уже. Да, сегодня баг такой. У него 20 лям. 20 лям. Надеюсь, это не обычка. Нет, это не обычка. У него баг сегодня такой. Я уже убивал его. 20 лямов хп у него. Пока еще, наверное, никто не знает об этом. У меня кузнечка есть. Сейчас. Это печально. Блин. Неплохие штаны, но у меня с этого. Рецепт бы взял. А кто рецепт взял? Я взял. А, у тебя кузнечка есть или ты на продажу? А здесь это лишь. Нет, есть кузнечка. Можешь по перчаткам глянуть, по запу. Скоро добавят этого с хранилища с Артеона босса, но там будет токены еще падать. Перчатки, штаны. Астер что... Убьем Астеркрылы? Потом оставим это все. Сейчас нам нужно максимально много боссов, которые нужны дальше убить. А это бонусные, так сказать. На потом, да?
как да. Вот, костер просто поставим для дуб. Так, давай не сейчас, настало твое время. Подойдите все. Тут у нас рыбка есть, или мы так? Есть. Угу. Момент. А у кого-то кулинарка есть еще? А как у меня? У меня есть, но я не докачал еще до рыбки. Сейчас, секунду. У меня 411. Знаете, да. А, сейчас я скину рыбу. Сделаем вот как. Я захожу на ШП. Буду только на важных боссов заходить на мага. У вас ассиста есть? Спейки, но Рева. Вот и сейчас будет скоро. Как там твоего пристазал? А, точно. Не Бакин. Приглашай. Давайте сумон. Все уже. Спасибо. Там сколько надо кулинарки, чтобы рыбу ставить точно? 450 вроде или 425. А, 450, чтобы делать, 425, чтобы ставить. Ну, не успел я чуть когда качать. Я бы тоже качнул на приста, но там какой-то рыбы не хватает. Последний из классика. А, бафы? А, лапку. Так. Готовности и начинаем. Все, все готовы. А, семка, что не так? А, ну давай, пуляй.
сердце будет. Что, не успеем? Успеем. Сейчас. Вы должны успеть. Успели? Да, у меня привак был просто. А чё, у него в хайме теперь 4 ляма? А, в рейде моб. Любой мелик забейте. Сейчас надо будет скоро выскру. Скажу, когда. Выскру. Скоро выйди. В любой мелик забейте, а искру. Вот она. Забрал. Иска. Скоро иска будет. Все в искру. Пиздец, у меня тут, блять, молния бьет. Искру. Выскру. Блин, грави бомба. Последняя искра. Идите дальше. Наручи надо, пацаны. Надо их кому-то? Нет. На мишку возьму. Блин, пушка неплохая. Собрали, ну да, неплохая. Оставим на потом. Сейчас вот и посмотрим. Давайте начинаем так, посмотрим. Oh.
в ране идем. Сейчас в АТП посмотрим, пойдет. Если нет, то Калагарна идем сначала. Большого забанить, чтобы не мешал. Оплата за шо? Ага. Значит, идем с вами. Воскреснет. ВХ говорит, ВХ. Чистить уже всю эту красоту. Как хорошо ретрик и ШП, да, в рейде? А, да. Отчасти из-за этого зашел. То есть мы теряем одного потенциального ДД на некоторое время. В смысле, ВТ из ВТ? Да. Давайте тогда Калагарна, пока он это пойдет. Он врезался. Ну, время-то все равно пойдет. Ну да, тогда Калагарна сейчас закроем. Так, сейчас возик. Зачем? Да не надо было этих пулять. Ну, по идее, могли эту пачку вообще не трогать. Это, конечно, красиво, но где мелкий? А у кого-нибудь есть связь с этим Слата? Скажите ему, что таймер в офлайне не идет. Ну что, он релогается? Скорее всего. Так, кому там навить баф? Грузит комп сегодня, не могу понять. Надо, по-моему, Windows нас сносить. Он зашел. Давайте его за дверь засумоним. А, ваша версия клиента устарела. Пожалуйста, обновите. Заебись. А, через 3 минуты выкидывай, да? А, суманите меня, и я тогда... За дверь суманите его. И я тогда пойду делать этот обнову. Ну, там уже небольшая обнова. У меня быстро она сделается. Ну, же говорю, там небольшая обнова. Блядь, сорян, ты что-то задержали еще немного. Так, смотри, все знают, кроме тебя, что мы сегодня до 8 примерно часов. Не знаю, как там у Хулипала РТ начнется. Ему нужно будет уходить, поэтому в понедельник мы донесем. Сегодня максимально
много боссов убил обязательных. Оставим на понедельник то, что сложно. Ну или то, что не успеем. Алгавона не будем сегодня убивать. Он, в принципе, может и не сдохнуть под маской. Хотя у него еще там клиент. Не, он сдохнет под маской от сдавения. Нам есть все равно сейчас этот обнову идет. Все, иди. Выходи тогда. И мы начнем. Все, пуляй. Вам не пройти. Блин. Тут печать простую. Око. Я пока не могу прочитать это заклинание. Так, все, обнову сделал, слышу. Я лишу око. Осторожно, рука слева скоро сломается. Руку. Руку добить. Там 1000. И все. Хера вот быстро. А что тут ХП? А что ты умер за дверью-то? Не знаю. Но там от руки. Там, наверное, да, хлопком. Я думал, за дверью не будет бить. Там, по-моему, радиус 400 метров, или сколько? Ну да, на весенстве. Сколько у тебя осталось маски? 7 минут. Ну как раз трэш убьем, скорее всего, и пройдет. 30 секунд буквально. Татуатуру открывал? Блин. Открывали, и что, упало? А, вы про этот ящик с Калгарна? Да. Там ерунда упала. Посохи, латные боты. Мне кажется, меня прихлопнет. Пойду я лучше. На нахуй. Поиграл и хватит. А, на что ты рассчитывал? Да, я увидел, одна пролетела, думал, еще одну переживу. Вторую. Знал, что две не переживу. А другого убейте, другого. А не одновременно нужно уметь, а не последовательно. Вот из-за этого. Держать или поднимем?
поднимает уже. Сходил на прошлом КД с пугарями в 25-ку, пожалел, блядь. На Калагарме просидели полтора часа, мать твою, блядь. Ну, что ты думал, там гир слабый, людей, они думают, что убить. Да нет, 210-215, в принципе, ну, пошли нормально. Слабый. Объем гиганта этого ледяного. Я магом говорю, там маги дохли, просто от одного хлопка сразу же умирали, моментально. Я говорю, бля, если вы дохнете, выпейте сапрот или на хп выпейте что-нибудь, или уже на крайняк поменяйте щит свой, этот антимагический поставьте. Всем похуй, дальше дохнуть. Это мы раз с Кирой ходили в десятку, он там там епалом пошел. С хорошими людьми, они там полчаса на йоге думали, надо идти налево или не надо. Помнить? Ну да. А не, да мы до йога даже не дошли, навязываться. Так, че там, аурая? Надо кому-то аурая вообще? Да ее захуярить 2 минуты, блядь. У нее лям хп. Стойте, развернитесь назад. Давайте ебнем, она как раз идет. Чтоб не мешало нам. Сколько у нее лям хп? Ну или 2. Или 8. Какая разница, блядь? 3 ляма. Вон, иди вон, на тот бортик, тот край. И там начнешь. Давайте все тогда идем. Ну мы куда? Вот сюда. Вот сюда. Помню, на зарплате вообще брали прям под на балкончике. А без разницы. Сюда идите. Я чисто бьем. Кошаков обьем. Нормально, 1700, 800 ДПС под маской. Врачи. В какой-то момент мы это сделаем, мочилку. Накошать. Шам, не забывай ставить тотем. А, может, надо поднять модельку? Или куда он упал? Моделька живая. У него пинг вроде. Ну, поднять по здоровью. Какой кошак будет? Кошак. Понял. Еще и каст отбивает. По фирме снимает, сволочи. Я заставил кота. Отлично. Да главное его там добить. Ой, блин, бля. А, я еще и встанет он буду. Еле выжил. Может быть даже за одного кота успеем убить. Сомневаюсь. Не было отмазки, успели бы. А, еще и в лужу закинуло. Кот стал. Избил мне каст, паскуда. Что за приста, кстати, зашел? Что? Такое? Что за приста, не за мага сегодня? Надо будет так. Так будет легче даже, немного. Просто не выпустил. Выйдите. Но он с маской. 20 секунд еще. Значит, оставим собрание на потом. Нашел мог отряд. Что? Говорю, орет она сильно. Не дарю. Может, она оргазм получает? Всего 2 секунды, 1 секунда.
А теперь можно идти и блич бить. У нас теперь лота опять полноценная боевая единица. No. Чё-то, блин. Сейчас, смотрите, элементаль пойдет, пойдем. Давайте, пошли. А, ёптвой, и здесь. Зайдите к правой стенке. Сюда, к этой стенке. Чтобы вас не откинуло в другую лужу. В эту. Подойдите ко мне. Вас сейчас туда откинет, в этот, в кучу вторую. Куда откинули? Да он умер, загробный. Подальку вылетел. Да, я вижу. Приятно. У нас ДД хилит. Чё? Подхиливает, точнее. Ну ёпта, Пал, ты задел. Не я, не за... Холи Пал задел. Нет, я мимо, про они не на меня бежали. Ну на двуля бежали, потому что он ходки раскидывает и ага пассивно. С тобой я бежал. Мимо лужи прошел, ну сорян. У них довольно большая зона. Бякс. Так, лок вылетел куда-то. А он выявляется. Если с этого гиганта упадет палка, это будет просто очень жирно на ШП. Максимально жирно. Так, лок поставь этот сумон. Зачем сумон? Да вон, желтого сумон. Дальку. А щит лучше с этого, с Торима, кажется. Но с 25-ки. Так, у всех рыба есть, у кого нет, пишите. У меня закончилось. Вон он стоит. Атаки. А, нет, тоже там. Нет, не надо уже. Все готовы, давайте. Не забывайте двигаться.
где луч? Вот луч. Ну все, сейчас я ебала буду. Там в лучении плясов стоять можно рядом с ним. А я. А костер стоит. Он прям в этом. Заходим. Ну, боешку вы знаете, что делать с ней. Так, еще раз. Сейчас золится это все. Вот, кидайте рулы свои. Симка в каре 99. Ну, погнали дальше. А, перед лицом у этих смобов не стойте. Они бьют молнии. Видно. Ну я резко смываю, убили. Там рядом. Хэпало резко. Да, сильно нужен. А тебе что-то тоже? Чё, посох? А. Я бы только на эрдру взял. Бля, сложная ситуация. Да забираю, вообще похуй. Кто будет против? Это же шмотка ебаная. У нас таких шмоток нахуй дохуя еще будет впереди. Мы же играем, блядь, десятилетиями, блядь, в эту игру. Потом в Долоране сидим, блядь, лисовые одеты, не знаем, что делать. Клинов создаем. А? Клинов создаем. Ну?
Новый. Там все твины одеты, да? Да, твины должны быть одеты. Вообще я считаю, что твины это 19 уровень, 29 вот эти вот. А вот это альты. Ну, мне кажется, так правильно будет. Просто у нас в русскоязычном сообществе немножко недопонимают. За, у тебя с 25-ки ничего не падает такого? Похоже, пушки. Мне там, по-моему, с критом. Ну, это я знаю. Я не знаю, что Эрдру там одевает, 39-е. Салги, наверное, не? Посох. Какой он, Линка, не? Мне не... Сейчас. Под спятки там посох на Агива идет. Что это он вот это? Я линкану, если кому-то. Или с этого, с Хадира также, по-моему, не? Посох. С Хадира там крит. Вот крит. Такой вот там посох 25. Ну да. Вообще, хосты у него прилично, конечно. А там что, 120, да? И... Вот, но зато у него духа будет больше. И духа тоже 120 там. Ну, здесь 93 хосты. Я не знаю, просто я читал гайды на Аристоту когда-то. И там спорная ситуация по поводу хосты. Типа там определенное количество нужно. Не, ну тогда имеет смысл. В бульдуаровском сете этот посох лучше будет, чем то, что у него сейчас. Как делимся? У нас один танк сейчас. Да, я во фростоке потанчу на арене. Ну смотри сам, за, да. Если надо, то да. А потом у нас три человека, которые могут... А, рыбу поставьте. Есть еще вон такой же с 232 с этого, с 25-ки, только без камней. Тоже с 120 скорости. Зову почистая, он с хостой, с критом, по-моему. Нет, 202, вот у Лока такой же, только без камней. А тут СПД будет в нем меньше. Ну блин, у нас еще час где-то остается. Ладно, давайте, не будем говорить, сейчас надо определиться, кто в комнату идет. Друид, так. Лок, Прист, в комнату. Подожди. Войд, Рейслин. Рейслин, косты танк. Забывает. Косты сбивает, ты не сбиваешь косты. Он этим косты собьет из диспеля. Здесь? Здесь я с диспелем. Здесь они умирают и так, на арене. Оба. Тут проблем больше в этом, в комнате. Так, еще, не сейчас идет в комнату. Ернера идет. Бля, я пойду, чтобы там управлять. Тогда здесь останется. Нет, я лучше здесь останусь. Короче, Лок, Шаман и Войд, да? Войд, Шаман и сейчас и Хулипал. Семка, ты в Африке, да? Ну, конечно, Хэм. Так мы что, 2 ДД в комнате будем, да? А, Семка, давай ты в комнату шедоуболтами постреляешь там. Погнали, чё? Давайте. Те, кто идет в комнату, можете уже по-тихому чапать туда. Сразу открыть. Да не мог. За то, что посмели вмешаться. Погодите, вы? Я помню вас. Это было в горах. Но вы? Что это? Где я? Мой повелитель. Еле нашел контроль на панели. Контроль мой вышел.
Не сильно бьет. Завоевателя сканерили. А, так кто-то обилки еще КД нет. Ну вот, который он бьет моб этот. Уничтожить их! Да, так все. Да, кушай у меня. Таня уже в последнем. Отспейте кастому. Еще не готов. Могу только раз возбить. КД просто. Эти мелкие не грипуются. Как грипуются? Не забудьте, что постоянно бегает. Моба не убивает. Ударили? Этого бейте. Я сокрушу вас всех! Все, веду моба. Торим, не сомневайся. Твоих врагов ждет ледяная смерть. Не то бейте. А, в другую зверни. В сторону. Владин, встань с Рогой или со мной вместе? Я с Рогой стою. В другую сторону встань. Риск стоял. Танк, повернись. Да, еще немного. Блять. Спиной ко входу. Откуда мы пришли? К боссу. Вот. Бля. Это меня что ли Blizzard паляет? Тебе нужно не двигаясь стоять на одном месте. ДК числа. Ну, эти молнии, в смысле. У тебя зеленка есть, тем более ты танк. Попал, что ли? Ты не моя возлюбленная! Скинь, нечисть! Вот источник! Ну, чё говоришь? Моб попал. Ну да. О, у вас новая ачивка. Под бафом ведь. Вам предстоит отомстить за нас всех. Это будет непросто. Но я готов помочь вам. Вы... Да, мне вот...